Доброго времени. Сегодня у нас 28 февраля 2021 года. Поговорим мы с вами сегодня о товарах и ценах местного дня. Ценах, как говорится, станции. Очень много площадей стало сдаваться в аренду после пандемии. Даже в салоне Honda кто-то срочно сдается в аренду. А вот на месте этого здания некогда была школа. А это дом культуры на Дубровке и бывший магазин, если я не ошибаюсь, Dixie. И вот там вдали Волгоградский проспект. Это у нас магазин Метро. Ну а по совместительству бывший Московский шинный завод. Так. Ну и направимся из бывших производственных площадей Московского шинного завода, а ныне магазина оптовой продажи Метро, к выходу. Ну а в этом доме коммерческие площади пустуют уже очень много лет. Здесь был, если я не ошибаюсь, медицинский центр. Это у нас Восточная улица. Ну а это у нас бывшее здание, относящееся к заводу «Динамо», а ныне торговый центр. И вот внутри есть магазин «Мираторг», супермаркет, и судя по внутреннему убранству, они собрались оттуда съезжать. Сотрудники магазина регулярно обрабатывают ручки тележек, производят обработку товаров.
по-моему, больше меня понравилось. Видишь, машина. Все, взял и погнали. Торговый центр Ривьера. Ну, а это у нас магазин Ашан. Но это здание у нас первый государственный подшипниковый завод, а в этом здании находился музей первого ГПЗ. А это сейчас мы пройдем в бывшие производственные цеха завода то ли первый ГПЗ, то ли московский шинный. Потому что где у них проходила граница, я так, честно говоря, до сих пор и не понял. А производственные цеха – это вот это вот огромное помещение, где мы сейчас идем. Оно буквально без конца и края. Это целый город внутри. И здесь когда-то производились, соответственно, либо подшипники, либо шины, а может быть, что называется, через стеночку и то, и другое. Ну, а ныне... Рынок Дубровка.
Ну, а это у нас бывший сборочный цех, цех шасси, старая территория «Москвич», КИМ, МЗМА, ЗЛК. Второй этаж. Ну, сегодня было воскресенье, поэтому, допустим, кафе закрыто. Некоторые пункты выдачи открыты, а в целом многие магазины съехали. Да я так пока ознакомиться. И даже в метрополе съехали бутики. Большое вам спасибо за просмотр и до новых встреч.